told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Из Самары до Казани мы добирались 5 часов на автобусе. Билеты приобретали в приложении Туту. В Казань мы приехали вечером, поэтому в этот день мы решили прогуляться вдоль реки Казанки и по набережной. В Казани широкая и протяженная набережная, на которой располагается большое количество арт-объектов, ресторанчиков, кафе, спортивная площадка с тренажерами. Набережная очень красивая, но я рекомендую посещать ее днем, так как вечером она недостаточно освещена. Пожалуй, это лучшее кафе для меня с потрясающими завтраками и десертами. На завтрак здесь можно взять бейглы с разными начинками, также мы пробовали боул яичницы с сыром халуми. Но самое вкусное – это творожное кольцо с ягодами и бриош с кремом маракуйя. Это было так вкусно, что даже забыла снять на видео. После плотного завтрака мы пошли в Казанский Кремль на экскурсию. Для того, чтобы экскурсия прошла интереснее, мы с мужем взяли аудиогид. Я считаю, это оптимальное решение по цене, и к тому же экскурсия более познавательна. На территории Кремля меня больше всего впечатлила башня Сюмбике и мечеть. После экскурсии мы пошли на смотровую площадку центра семьи Казан, с которой открывается прекрасный вид на город. На ужин мы пошли в семейное кафе «Сказка» на улице Баумана, чтобы попробовать национальную выпечку. Мы заказали блюдо «Кыстыбы» с телячьей вырезкой, и скажу сразу, это очень вкусно. Также мы взяли «Эчпачмак», «Илеш» и «Татарский чай». Данный ресторан рекомендую, приятная атмосфера и вкусная кухня. В кондитерской «Смородина» прекрасное обслуживание, перед едой угощают водой с лимоном. А их круассан с кремом и ягодами нужно попробовать каждому. Это просто любовь.
После завтрака мы отправились смотреть на одну из самых красивых достопримечательностей Казани, и это дворец земледельцев. Рассматривать его хочется бесконечно. Черное озеро – это самый уютный парк в Казани. На бизнес-ланч мы пошли в кафе «Бенхартс» на улице Баумана. Хорошая кухня по приятной цене. Национальный парк Туган-Авылым – это яркая, красочная и при этом уютная деревенька с бревенчатыми домиками. На территории комплекса находятся различные заведения, а также для детей функционирует детская площадка. Самое долгожданное мероприятие, запланированное на сегодня, это прогулка на катамаране по озеру Нижний Кабан. Атмосфера впечатляет. Сыр, перчик, болгарский, свежий. Прикольно. А можно мне рыбак? Ресторан однозначно рекомендую. Мы возвращались в него несколько раз. Завтраки, ужины, абсолютно вся еда была на высшем уровне. Прогулка по Кремлю. Наконец-то повезло с погодой, но ветрено.
На обед мы пошли в татарский ресторан быстрого питания «Костыбый». В лепешку завернуты котлеты из говядины с листьями салата и овощами. Очень вкусно! На чай мы пошли в музей Чак-Чака. Чтобы попробовать как можно больше национальных сладостей, мы взяли тарелку сладостей и потрясающий турецкий чай. Рекомендую. Поскольку это заключительный день в Казани, вечером мы решили пройтись по основным достопримечательностям, чтобы посмотреть, как они подсвечены. Перед тем, как отправиться домой, на завтрак мы пошли в сеть ресторанов быстрого питания «Тюбетей». Помимо очень вкусных костыбургеров, больше всего удивил десерт «Губадия». Невероятно вкусно, по этому десерту я буду скучать. Что ты кушаешь? Чё? Как называется? Как? Не слышно тебя.